Максик! Максик! Дай свой что-то большое, думаю, как так? Максик, видишь что? Она гуляет такого большого тигра, такого большого вольера. Ну, Макс, его хоть зови, хоть не зови. Что-то он там все обследует у лапы. Он письма читает. Письма читает, ну. Послание от лапы. Вот он, Максик такой. А я думаю, что такая лапа большая стала? Ну, это Макса сюда. Ну, так ты сюда повернись, что ты так это? Пасть открыл, главное, он лежит. Ну, что такое? Кина не будет. Ну, нафиг. Мак, звала-звала, взял, чихнул. Максик, я хотела, чтобы повернулся фото сделать. Там ты посмотри спиной. Вот так вот. Максик, молодец, ну, хоть так лег. Сейчас я фото. Можно так снять теперь. Львов нет, хоть Максика. Но здесь не позовешь, здесь стекло. Не, надо, чтобы повернулся еще. Максюша! Я ж не могу туда крикнуть-то в дырочку. О, далеко дырочка. Как он смотрит, красавец. Зоу! Зоу! Иди сюда! Зао, зао. Ну иди, иди. Иди сюда, зао. Ну, пошел, там зайка сидит, конечно. Зачем же ко мне идти? Зао. Вон, пошел, вальяжный такой.